Привет, меня зовут Шок, и ты не просто так попал на этот ролик. Да, я реально сыграл в 1.6. 1.6 это игра, в которую я заходил два раза. В первый раз, когда снимал ролик, и он собрал вот столько просмотров, и это много. И сегодня. Зачем я это делаю? Все потому, что 11 мая мы играем шоу-матч против Na'Vi. Na'Vi 2010. Это чемпионы мира. Я очень рад, что меня позвали на такой шоу-матч. Это реально легендарная штука. Я никогда бы не мог подумать, что я буду участвовать в такой инициативе. Это очень сильно. И я просто еще не могу это поверить. Хотя и не был зрителем CS 1.6. Но чтобы не опозориться, я решил немножко потренироваться. Зайти в 1.6 на десматч. Пойти 5 на 5 и так далее. Сейчас ты увидишь, как это выглядело. Приятного тебе просмотра. И не забудь поставить лайк. Давайте 16 тысяч лайков в честь 1.6. Погнали. Она заела, если что. Игра заела. Пошел к первому. Батя. Да, ну забей. Банихоп. Выходим. Чтобы играть хорошо, нужно скачать конфига лучшего игрока в мире. Поэтому прямо сейчас я захожу. Я захожу и пишу КФГ 1.6 Маркелов. Скачать. Я поставил конфиг Маркелова. Теперь батя на ВП сейчас будет. Ай. Ясно. Это вообще бот какой-то. Не, калаш это тема здесь. Просто. Моя статистика 29 на 45. Я неплохо играю сейчас. Вот это было неплохо. Не, построить здесь полная отмена. Сто два на 131, чуваки. Мне нравится, как я играю, серьезно. Смотрите, какие ванта поставили. Я клянусь, мне нравится, как я играю. Я думал, я буду полным мясом. То есть я думал, что я буду видеть модельку, которая плавает, летает просто, и буду вздыхать с каждой пули. Я спрей только не умею, а так попадать в голову я еще, ну, умею за CSGO. Ножевой раунд. Я в CSGO так не играю. Убил. Молодцы. Найс. Есть яма. Убил. Ковриласт. Сайт. Ковры. Метро убил. Халф у второй мида. В апартах. Убил банан. Найс. Банан чел. Есть лонг близко. Они опять пушат банан. Двоих убил. Двоих, не, лонг убил. Двое на сити. Сори, я с бомбой опять. Убил сити. На яме у нас чел свой. Ой, противник. Найс, найс. 15-14, давайте последний. Ты еще
Прыгнешь? Готов? Да, да, погнали. Погнали. Бам! Первый мой вантап в игре. И твой первый вантап в игре, да? Ой, это прострел был. Если честно, я даже не ощущаю, как я тебя убиваю. Но то есть стреляю, оно потом... Все, я как проигрок приседаю. Нормальная тема. Прострел? Бам! Да что ж такое? Нет никакого звука, да, то, что ты убил кого-то. Просто чел падает. И даже нет отметки, то, что ты убил справа. Непонятно, ты убил или нет. Незаметно. Блин, да, сложно. О. Умей играть за его. Да, да, да. Да, да, да. Не тянет ком, да. О, префайл. Вот так вот прокачиваешь ПК, по итогу тебе... А себе же не остается ничего, понимаешь, жизнь такая. Мне нравится здесь очень сильно звук эмки в глушителе. Такой приятный. И в калаше классно. Да господи, а тут вот в такой ситуации, если бы я заспорил, я бы тебя убил, интересно? Вообще не ощущается, что ты убиваешь, это вообще жесть. Ой-ой-ой, это ура! Да. Все, погнали, Даст 2. Погнали, на живой раунд. Бля, как тут резаться вообще-то? Я не знаю, я буду правой, левой. А, фак, нужно еще 70. А я не вижу, где мои хп? Слева внизу. Ты ровнешь? А, вот 20, у меня не видно. 20? А, спасибо. Ваньхоп. Бля, ну, ладно. Начинай за терок, правильно? Не, я за КТ буду играть. Ты что, ровнешь? Ты меня видел? Да. Да. Да ладно. Я тебя вообще не видел. Нет. Нет. Дружище. Я проиграл эхо. На эту флешку. Но я на шорте, так что. Рассказываешь меня. Ну как? Я проиграл эхо. Чувак, я тебя не видел. Ну как? Ну как? Чувак, это зови, я кого-то в Контрастите играю. Я не понимаю, стрелять, что происходит. Я не попал. Боже, мы такие крипы. Просто. Я знал, что сейчас сделал. Я заспрейл и где-то секунды две ждал, чтобы у меня прицел обратно зашел. Бля. Ты понимаешь, что граната за мной бежала просто? Я помню, я немножко просто помню физику и этот. Граната за мной бежала. Пацаны, скиллы Валоранта еще давно, блин, были придуманы в 1.6. Нет! Убил? Да. О, чувак, это флик, это флик. Да как? Фейк бом, фейк план, чувак. Я даже не услышал. Да ладно, не было звука. Я выёжился просто так. Ну и где ты? Ты так прыгаешь! Если бы ты проиграл раунд, это было полно. Ты так прыгаешь забавно. Ты так убегаешь опять. О боже! Что это такое? Оо, чего? Ай-яй-яй. Мое любимое оружие. Погнали 5 на 5. Алёна, и 2. Ещё второй корабль. Найс. Найс. Он заел? Мы его тупо растерзали. Не наши проблемы. Сейчас мы тупо... Вместо Сеня просто игру возродил. Онлайн прибавил.
Да. Чувак, ты представляешь, какие у нас будут эмоции, ощущения, когда мы зайдем в CSGO после 1.6? Я спине уже. Плюс чат, если согласны, ребят. Плюс чат, вот я сейчас посмотрим, сколько нас. Че за мемы из ВКонтакте? Вот, понял, Бисти, все. Это слышно, пипец, Да фак. А. Да блин, она слишком сильная. Чувак, это себе что я творю. Без головы, чел. Давай я сплэшку дам. Давай. Хорошо. Он белый. Нет, он не белый, дружище. Хорошо. А ты этого не узнаешь. Вдруг он был белый. Ну да, анимации же нет. Да. Фонарь. Туда. А, у меня фомас не подобрался. Ну шок его захерачил. Красный крит. Черт. Бля, а как радар вообще? Радаром пользоваться или нет? Я не знаю, радар зеленый просто. Я чуть-чуть, вижу, но он вообще калечный. Там даже не писано, где А, где Б. Все, мы выиграли, да? Да, да. Все, спасибо за игру. Надеюсь, то, что завтра я смогу нормально отыграть в 1.6 и в CSGO против Na'Vi 2010. Чтобы не пропустить этот ролик, где я покажу, что происходило, пожалуйста, нажми на колокольчик и подпишись на этот канал, не забудь. Всем пока.